В Междуреченске косуля застряла в ограде. Животное пришло в детский сад в поисках пищи. Перепрыгнув через забор, копытное разгуливало по сугробам и заглядывало в окна. Покинуть детский сад через калитку у косули не получилось. В итоге потребовалась помощь спасателей. Из беды лесную гостью вызволяли сотрудники МЧС и представители заповедника Кузнецкий Алатау. Пока косуля пыталась выбраться из ловушки, прилично травмировалась, разбила нос и копыта. Сейчас животное приходит в себя в экологическом центре. А как косуля оказалась в городе, остается загадкой.